Наверное, каждому человеку знакома такая ситуация, когда после тяжелого Великого Поста, напряженной, страстной седмицы и кульминационной Пасхи наступает растерянность. Все свершилось. Куличи съедены, и радость от светлого Христового воскресения постепенно тускнеет. Сегодня в выпуске «Простые истины» мы расскажем вам, как сохранить дольше эту светлую пасхальную радость. Праздник Пасха особенный для всех нас. Это день любви и примирения. Примирение прежде всего между Богом и человеком. День, когда как-то по-особенному светит солнышко, когда в доме собираются самые близкие люди, когда весь день слышен праздничный перезвон, а вместо привычного «Привет» звучит «Христос воскресе!». Отец Александр, согласитесь, процесс подготовки к Светлому Христову воскресению очень длительный. Это 40-дневный пост, дальше Страстная Седмица, и вот, наконец, наступает Пасха. Но как-то почему-то в жизни людей очень быстро уходит эта пасхальная радость. Скажите, есть ли какие-то советы, как ее продлить? Если человек верующий, и он знает смысл пройденного периода времени Великого Поста, и он понимает, за что пострадал Христос Спаситель, ради чего и какой ценой было это искупление совершено, то я думаю, что, наверное, в сердце и душе каждого православного верующего человека и имеет быть должным и сохраняться именно вот эта радость о воскресшем Христе Спасителе, потому что это дни особые, период особый, пасхальный, который совершается от праздника Пасхи до праздника Вознесения Господня. И если человек имеет в своем сердце вот восполненную ту благодать Духа Святого, которая животворит, которая имеет быть как бы на самом первом месте, то я скажу так, что человек и умеет и сохранить вот эту радость на протяжении всего этого периода времени. Если человек вдается буквально постоянно вот какие-то раздражения, разногласия, негоразды и все остальное, конечно, таким образом человек теряет вот это духовное состояние радостное, которое присуще особенно в первую пасхальную ночь, как мы это понимаем и знаем. Поэтому я думаю, что каждому человеку важно и необходимо то, чтобы он просто умел сохранить вот эти дарования, которые на протяжении периода готовившись человек, их принял по достоинству. Как говорят воцерковленные люди, легче всего удержать пасхальную радость в первую неделю, в светлую. А вот дальше уже тяжелее. Снова работа, заботы, рутинные дела. А ведь пасхальная радость, как огонек свечи, как лучик света, согревает сердце и душу. К примеру, на светлой неделе во всех церквях служатся особые литургии. На первой седмице не только царские врата открыты, на первой седмице после Пасхи, пасхальный этот период, до антипасхи, так называемый, каждый день совершаются крестные хода вокруг храма. Вот. Это также имеет свой особый смысл и свое особое значение, потому что это еще раз доказывает о величии, о торжестве, о духовном росте человека, о выражении его духовного такого блага перед Богом для того, чтобы возрадоваться о воскресшем Христе Спасителе. Потому что мы знаем, для чего Христос пострадал ради каждого из нас. Для того, чтобы совершилось вот это примирение человека с Богом. И Господь снизошел в ад, попрал своей смертью смерть и вывел от первого человека Адама до последнего, который там находился, и даровал возможность в дальнейшем иметь спасение нашей души через таинство святого покаяния. Ну и, конечно, это действительно так, что царские врата открыты на первой неделе для такого примирения человека с Богом. Ну и, наверное, для того, чтобы еще более
прочувствовать духовную эту радость воскресения на Господа нашего Иисуса Христа. Есть еще одна особенность Светлой Седмицы. В это время колокольни церквей открыты для верующих. Люди, которые поднимаются на колокольню, конечно, не всегда отдают себе отчет в том, что как правильно нужно позвонить. И поэтому мы стараемся всегда сопровождать с кем-то таковых людей, для того, чтобы они не тянули за язык и не ударяли это слишком со всем усердием и со всей силой, потому что таким образом можно и разбить колокол, потому что звон должен быть умеренным, спокойным. Это для этого и называется благовест, то есть вот то благовествование, то есть то благолепие, которое даруется от колокольного звона. Поэтому если люди желают и хотят попытаться поучиться позвонить, просто побывать на колокольне, ну почему бы и нет, чтобы кто-то этому также посорадовался. Светлая радость чувствуется и в природе, в ее пробуждении, и в домашних, теплых, семейных встречах. На Пасху всегда стараются дети побывать у своих родителей. Вот, или наоборот, родители пытаются всегда вместе встретиться со своими детьми, внуками, с друзьями, куда-то выехать на природу для того, чтобы и порадоваться вот этим необычайным взором, пению, наверное, птиц, радостному игранию самих деревьев, вот, которые расцветают, которые просто дают новые ростки, как бы появляется новая жизнь. Это очень интересный период времени, весенний. Вот, и в частности, конечно, это очень здорово, когда люди умеют встретить друг друга, когда умеют провести по достоинству время, не напиться, не на там обидеть друг друга, как иногда это бывает у нашего брата, но чтобы действительно красиво, достойно провести время, вспомнить какие-то события, беседу провести очень интересную, может быть, и вместе еще помолиться за кого-то, потому что в эти дни, наверное, желают этой радости не только люди, которые сегодня здравствуют, а люди, которые сегодня находятся и в больницах, и в темницах, и люди, которые в различном недуге находятся, люди, которые сегодня обездолены, которые сегодня в недуге каком-то, люди сегодня инвалиды у нас многие, которые также это и хотят, и желают этой радости. И, наверное, если бы человек в этот пасхальный период, особенно первые седмицы, если бы кого-то посетил, проведал, оказал какую-то поддержку, помощь, да тоже яйцо или кулич тот же принес бы, конечно, это было бы очень похвально. И поприветствовавши человека словами «Христос воскресе, воистину воскресе», это было бы очень не то, что там замечательно, но это было бы приятно в первую очередь всемилостивому Господу, который недаром, наверное, совершил свое дело страдания на кресте ради вот этого прекрасного события, которому радуются люди. А знали ли вы, что все 40 дней после Светлого Христова Воскресения можно готовить главное пасхальное блюдо? Куличи, конечно, можно выпекать на протяжении всего пасхального периода. И красить яйца также можно на протяжении всего периода времени. До праздника Вознесения Господня есть хорошие добрые традиции, когда, например, люди встречают какого-то великого гостя там или кого-либо. Это было в период всегда такой древности нашей, то встречали даже того же самого царя, вот, императора, они встречали не хлебом, а они встречали с Пасхой, с куличом, с яйцами, как бы в знак еще того периода времени о воскресшем Христе Спасителе. Такие традиции сегодня сохранились еще в наш период времени. Мы всегда, если, например, приезжает правящий архиерей в какой-то в этот период времени в любой храм для богослужения, также встречается вот таким же чином, таким же порядком. И, наверное, сегодня не должны, как иногда люди думают, вот был такой период времени, иногда приходят престольные праздники, и когда просто светские люди иногда видят и замечают, что в этот период времени
у людей, когда кормят людей, там на столах бывают крашеные яйца или же куличи, то это что-то как бы какое-то там, это осталось вот с Пасхи, наверное, там они некогда было раздать, а вот они теперь сейчас это используют. Нет, это совершенно не так, потому что бывает особый день перед Вознесением, это отдание праздника Святой Пасхи, на этом как бы заканчивается время периода пасхального, совершаются последние пасхальные богослужения, еще даже вкушается вот такая, те же самые куличи и яйца крашеные, ну а уже праздник Вознесения, это уже есть совершенно иной праздник и уже другое время, когда на этом все прекращается. Конечно же, всегда очень не хочется расставаться с Пасхой, с этой особенной радостью. И согласитесь, ведь приветствие «Христос воскресе» исполнено светлых чувств. Так положено говорить друг другу все 40 дней до Вознесения Господня. Это как-то может быть какой-то период советского времени был как бы таким необычайным, или люди просто даже знали, но они боялись, как бы не приветствовали друг друга. Если брать вот последнее время, в котором мы сегодня живем, то многие уже жители города нашего и вообще как бы в нашей стране, люди понимают и знают, что это не является неправильным или какой-то дикостью, или как-то недопониманием того, почему люди не говорят «здравствуйте» или «добрый день», а приветствуют друг друга «Христос воскресе» и отвечая в ответ «воистину воскресе». Поэтому это правильная традиция, это правильное приветствие, это приветствие православного верующего человека, христианина, и поэтому я считаю, что так должен и поступать каждый верующий человек, и так нужно делать, и подавать этим самым пример, и учить тех, которые сегодня еще, может быть, не знают или недопонимают, как, почему так и как бы это было правильно. Если Великий пост – это прозрачность и приглушенность, то пасхальное время – буйство красок. И каждый оттенок может подсказать, чем заняться в это радостное время. Батюшка, а как думаете, что забирает пасхальную радость у современного человека? Понимаю это так, что большей частью отбирает вот эту духовную радость наша мирская жизнь. Вот вся суета, которая есть сегодня за пределами храма, за оградой церковной, вот это в первую очередь отбирает всю праздничность, все настроение, все то, что сегодня затмевает у нас наше духовное состояние души и нашего сердца. А вот в этом самая главная беда и самая главная проблема, которая сегодня существует, потому что люди не умеют сегодня расставлять приоритеты для того, чтобы праздник был праздником, а будничные дни и житейские попечения были совершенно другими. Вот если мы научимся так поступать, чтобы мы умели правильно сохранять духовное состояние, отдаваясь воле Божией и Его всеблагому промыслу, мы тогда получим очень желаемый результат. Второй, как бы такой составляющий, есть еще то, что проявление гордости человеческой, которая всегда выражается в человеке, и человек не умеет этим самым проявить свое смирение, проявить свое послушание, какую-то где-то покорность. Вот в этом как бы также проявляется такая проблема. А люди, которые живут, вот эти ненависти, ссоры, невзгоды различные, они как бы просто мешают для человека не только получить спасение своей души, но просто чтобы по достоинству жить вместе с другими людьми, которые находятся рядом друг с другом. Вот в этом есть как бы таковое недоразумение своего рода. Мы забываем этим самым о тех двух больших заповедях, которые Господь говорил, что ну, как нужно любить Бога и как нужно возлюбить своего ближнего. Если у нас нет любви, вот, то тогда мы не можем ничего сделать для того, чтобы
преодолеть вот все те недостатки, о которых говорилось выше. В день Светлого Христова Воскресения что бы хотели пожелать всем нашим телезрителям? Христос воскресе, дорогие и уважаемые жители нашего города и района, дорогие братья и сестры, позвольте в сегодняшний день всех вас поприветствовать с этим прекрасным и радостным днем Светлого Христова Воскресения. Пожелать всем крепкого здоровья, мира, достатка, благополучия, ну а самое главное, вот той духовной радости, которая должна преобладать у каждого из вас в воскресшем Христе Спасителе, потому что мы совершали особый подвиг периода Великого Поста, и сегодня пришло то время, когда мы радуемся о воскрешении Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Его неизреченная любовь, Его искреннее расположение каждому из нас будет и от нас таким же открытым, который есть и у Бога к нам. Потому что Господь любит каждого своего человека, которого Он создал, если человек старается проявить вот всяческие добрые отношения и качества ко всемилостивому Богу. Поэтому хотелось бы, чтобы в эти радостные дни на душе и сердце каждого из нас было как можно меньше различных невзгод, скорбей, недоразумений, ссор, а чтобы в нашем душе преобладала искренняя жертвенная любовь к Богу, любовь к ближнему, и чтобы в нашем душе и сердце всегда была пасхальная радость, которая даровала нам возможность находиться с окружающим миром в единении с Богом для спасения наших душ. Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе! Уже не одно столетие в этот день для всего мироздания начинается истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Сохраните пасхальную радость в своем сердце, пеките куличи, ходите в гости, а по воскресеньям в храм. Ведь там до самого вознесения Господня будет звучать пасхальное «Христос воскресе!».